Всем привет! Сегодня приготовим очень вкусный и красивый праздничный салат мимоза. Салат мимоза – это праздничный слоеный салат или салат-коктейль, появившийся еще в Советском Союзе в начале 70-х годов. Свое название он получил из-за внешнего сходства с цветками мимозы. Нам понадобится 4 куриных яйца, 1 репчатый лук, 3 картофельные, 1 морковка, консервированная горбуша, майонез, зелень и соль. Сначала мы отвариваем морковь, картофель и яйца. Затем нарезаем лук. На дне салатника разминаем рыбу. Затем смазываем ее майонезом. Кладем лук. Далее идет тертая картошка. Затем опять майонез. Далее тертая морковка. Затем опять майонез. Затем тертые белки. Майонез. Тертые желтки. И украшаем зеленью на свой вкус. Приятного аппетита!